1980 году летом Барнаул праздновал 250-летие со дня основания. Уже тогда историки, значительная часть историков, я бы сказал, даже были возмущены. Я уже работал в газете «Молодежь Алтая» тогда и помню хорошо, они пытались выступить со своими публикациями в газетах, но тогда была цензура жесткая, и, по-моему, никому из них так и не удалось выступить. А проблема состоит в том, что поныне дата и место основания Барнаула не определены, я бы так сказал. Хотя мы ежегодно празднуем День города. Вот недавно я спрашиваю одного из руководителей Барнаула, говорю, а что это у вас вот во многих местах в городе вывески висят с днем рождения Барнаул? Скажите, а когда день рождения это Барнаула? Да вот 12 сентября, я говорю, замечательно. А в прошлом году это в августе было. Это как, день рождения, он что, плавающий или как? Да, именно так. На самом деле очень серьезная проблема. Проблема в том, что общественность расколота, и современные историки, и те, которые уже давно ушли, называли самые разные даты основания Барнаула и место его основания. Это 1724 год, 1730 год, 1734, 1735, 1738 и 1739 год. Представляете, 6 или 7 дат. Вот тебе и день рождения, Барнаул, здрасте. Откуда появились эти сведения? Значит, 1724 год. Открываем устав города Барнаула. Это серьезный документ, который определяет лицо города. Там обязательно в уставе есть историческая справка. В исторической справке написано следующее. По данным канцелярии Колывано-Воскресенского начальства, ну так раньше назывался нынешний Алтайский край в 18 веке, да и значительную часть 19 века, вот. По данным канцелярии Колывано-Воскресенского завода, город Барнаул основан в 1734 году. Источник этой даты не опубликован. У меня в фильме, который так и называется «Неизвестный Алтай. Барнаул. От основания, а затем», выступает самый, пожалуй, известный историк алтайский, Скубневский Валерий Анатольевич, доктор наук, профессор Алтайского государственного университета. Вот. Он тоже разводит руками и говорит, это мы, нас просили, специальную комиссию город создавал из числа ученых, которые должны были определить, написать эту ту самую историческую справку, где они категорически против выступают даты 1724 года. Но тем не менее, эта дата попала в устав Барнаула. Ну, это такая конституция нашего города, да, это главный документ. Объяснений по-прежнему нет. Их даже не поставили в известность членов комиссии этой, которая готовила историческую справку. Тут же рядом написано, что принято считать, вот после той фразы, принято считать, что годом основания является 1730 год. Я застал живым и очень много сотрудничал с бывшим председателем Барнаульского горосполкома Анатолием Ивановичем Мельником. Это была ходячая энциклопедия, он 14 лет возглавлял наш город, исполнительную власть. Вот. Он мне рассказал предысторию, откуда появилось вот то самое празднование Дня города Барнаула, которое длится поныне. Да.
вызывает руководителей Барнаула, первого секретаря Шульгу и председателя горосполкома Мельникова, первого секретаря Алтайского крайкома партии Николая Федоровича Аксенов и говорит: «Как древние римляне прежде говорили, что нужно народу?» Я говорю: «Да много чего. Хлеба и зрелищ», говорит первый секретарь. «Ну понятно, с хлебом, мол, это наши проблемы, а вот зрелище вы должны организовать». «Какое зрелище?» «А вот будем праздновать 250-летие Барнаула». Вот так, собственно, родился вот современный этот вот праздник. Раньше, до 1980 года, этого праздника не было. Да, там переругивались ученые, ссылались на разные источники, но праздника как такового не было, да. Я уже работал в газете, помню, мы на стадионе «Динамо» это празднование было, да и не только там, вот. Выступали там артист Санаев, Маркова, Римма. Город был, много появилось объектов в том году, таких как памятник Ползунову Политехнического института, например. Я о нем сейчас коротко еще расскажу историю, как он появился. Бассейн в центре города и многие другие объекты. Фонтанов несколько в Барнауле появились впервые за многие годы. Что касается памятника Ивану Ивановичу Ползунову, то я был участником этого события и помню, что люди, которые пришли на открытие, это было 12 августа 80-го года, что-то как-то себя неадекватно повели, когда у подножия этого памятника встали руководство города, там архитектор, скульптор и прочие люди, которые имели отношение к этому делу. Смотрю, что-то прямо аж смеются. Спрашиваю: «Что такое?» Они говорят: «А ты приглядись, кто под памятником стоит». Стоит мужчина, очень похожий на бронзовое изваяние, очень полненький такой, кругленький. Вот, оказывается, это был Анатолий Шимин, главный архитектор города Барнаула. А предыстория там такова. Когда он поехал в Москву, а архитектором должен был, проект этого памятника должен был воплощать Иосиф Бродский, знаменитый, Исаак Бродский, то есть знаменитый московский скульптор, вот памятник Ленина на площади Советов, это тоже его работа. Между прочим, я в Вильнюсе видел абсолютно тот же памятник. Хотя так не должно было быть, конечно. Так вот, а Шимина поручили съездить в Москву для того, чтобы подписать договор. Это же платная работа, понятно, тем более мэтр делал эту скульптуру. Подписать договор о реализации этого проекта. И тот это сделал и говорит: «Так, ну а ты задержись, мы сейчас поработаем». И он с него лепил этот образ. В итоге вот так появился этот памятник. На самом деле Иван Иванович Ползунов умер в молодом возрасте, ему там что-то 34, по-моему, года только было. Он умер от чахотки, это туберкулез. И понятно, чахоточный человек — это очень худой такой, а там такой пышущий здоровьем, с локонами, а он вообще-то горный офицер, и локоны не полагались горным офицерам, и одежда она совсем не для горных офицеров на нем. Ну вот так появился этот праздник. Вернемся к датам и локациям Барнаула. Даты мы уже две рассмотрели основных, но вот на том самом совещании в горосполкоме два человека выступили категорически против даты 1730 год. Они утверждали, что следует считать днем основания Барнаула дату, которая подтверждена документами. А есть документ, датированный 28 сентября 1739 года, то есть 9 лет спустя после 30-го года,
где говорится о том, что он адресован Акинфию Демидову, который основал наш город, который построил сереброплавильный завод. Ну, сначала медиплавильный, через 2 года он стал сереброплавильным заводом. Вот. В итоге даты основания города ряд ученых, особенно современных ученых, считают 28 сентября 1739 года, если перевести на современный календарь, это 9 октября 1739 года, на 9 лет моложе город наш, чем его, так сказать, провозгласили чиновники городские и краевые. Он подтвержден документом о том, что приступили к строительству плотины на Барнаулке. Тогда без воды никакого производства не могло быть. Это сейчас электричество. Тогда только сила воды приводила в движение турбины, приводили в движение вот весь этот сложнейший механизм сереброплавильного завода. Завод был пущен в 1942 году, в 1944 году его перепрофилировали на производство серебра, и до 1893 года, более полутора веков, город Барнаул был горнозаводским городом по производству серебра. Бывали годы, когда до 90% производства серебра в России, в Российской империи, давал Алтай. У нас здесь было, кроме Барнаульского, еще несколько сереброплавильных заводов. И благодаря этому, я как-то посчитал, у нас было 8 войн, например, с Турцией. В 6 из них мы победили, в одной была, как говорится, ничья, одну битву проиграли. Да. Это были в том числе и деньги. Как вы знаете, в Сузуне, теперь это в Новосибирском районе райцентр, а тогда это была территория Колыван-Воскресенского горного округа, вот, производили так называемую сибирскую монету. Она отличалась от общероссийской тем, что была, ну, больше серебра в ней содержалось. Вот, коротко еще о последующих датах. Даты 1934-1935 год. В тот период Алтай посещали иностранцы, путешественники, в том числе Иоганн Гмелин и Бенедикт Герман. Они ехали по так называемой Демидовской дороге, это первый на Алтае тракт, двигались в сторону Змеиногорска и проезжали так называемый Демидовский станец, населенный пункт. Это на территории современного Топчихинского района, населенный пункт, ныне, к сожалению, там никто не проживает. До 80-х годов жила семья, Никитин скончался в 82-м году последний. Моя бабушка родом с тех мест, родилась как раз в Старобарнаульском селе. Это 77 километров вверх по Барнаулке или 100 километров по дороге от Барнаула. И вот они-то написали, эти путешественники, они не знали русского языка, им перевели, что это село Барнаульское. Вот. И они перепутали поселок Барнаульского завода и село Барнаульское, и тоже вошло в обиход, вот данные о 1934-1935 годах, вот, хотя локация совершенно за 77 километров вверх по Барнаулке. Еще были два населенных пункта, которые якобы считаются провозвестниками Барнаула современного. Это село Усть-Барнаульское и Верх-Барнаульское. Усть-Барнаульское было в районе Старого базара, а Верх-Барнаульское в районе поселка Кирова. Но они уже они никакого отношения к заводу не имели, и в 30-х годах их уже, люди там уже не жили. Они уехали в другие населенные пункты. Города живут тысячелетия, и нам рано или поздно придется
признать какую-то одну дату основания Барнаула. И надо, конечно, прислушаться к мнению ученых, которые вот уже несколько веков настаивают на дате 1739 года. Ну и локация понятна. Это то место, где был основан серебропловильный завод, а потом уже поселок при нем, современный город Барнаул.